Известный общественный деятель США, эксперт в области международной безопасности Джонатан Граннов называет Казахстан образцом в мировой политике. По его словам, лидерство нашей страны проявляется во многих сферах. Это касается антиядерного движения, уникального межкультурного и межрелигиозного диалога, а также стремительных темпов развития нашей страны. Джонатан Граннов возглавлял мозговой центр Института глобальной безопасности в Пенсильвании, был сопредседателем Комитета Американской ассоциации адвокатов по контролю над вооружениями и национальной безопасности. Поздравляя Казахстан с 25-летием активной работы в ООН, он поблагодарил нашу страну за миротворческую миссию. Президент Назарбаев призывает лидеров в 21 веке мобилизировать свои усилия для прекращения войн, которые мы не можем больше себе позволить. Ведь сегодня наука и технологии довели дело до того, что оружие может привести к концу цивилизации. Сила Казахстана в Совете Безопасности ООН заключается в ее дипломатии, направленной на сотрудничество и поиск компромиссов, использование интеллекта, а не оружия для решения вопросов. Как американец, я хочу поблагодарить Казахстан за огромную работу, которую он проводит не только для своего народа, но и для всего мира. К другим темам. Десятки тысяч людей в очередной раз